Всем привет! Сейчас вот мы со своей милой едем в магазин и хотим подешевле купить ингредиенты для окрошки. Первый раз ты в этом году будешь делать, скажи? Да, я хочу первый раз сделать окрошку, но я не говорила, что я подешевле. А что, подороже? Ну, поехали подороже. Насколько получится возможным, за столько мы и купим. По возможности. Будем делать окрошку за энное количество рублей. Рублей. Русских рублей. У нас на улице, почему я собралась делать окрошку? Потому что у нас такая жара уже второй день, да? Второй то день дожди, уже... дожди, дожди. 43, да, было вчера? Да, на солнце 43 было. Вообще ужас. И вот мы уже покатались, прям жара такая. Говорю, мы как в Италии теперь живем. Итальяно. Выехали мы. Подешевле на автомобиле сделать окрошку. Подешевле надо было на лесопеде гнать. Ну да, в следующий раз. Ну что у тебя такое? Ну что это за огурцы? Не нравится? Вообще не нравится. А что в них не так? Ты уже снимаешь? Конечно. А я тут как всегда с претензиями. Ну не нравятся они мне. Цена какая? Я люблю тоненькие и длинненькие. 90 рублей огурцы, короче. 89-90. А это какие толстые. Не канает? Короче, не хочу. Что, в другой магазин? Ну я вот. Не хочу. Не так-то просто еще. На окрошку приготовить. Ингредиент. Так, что у нас? Лук. Чеснок 97. Лук репчатый. 26 листьев. Колбаса сколько? Вся полезная. А я не вижу, молочная есть. А вот и докторская по 322, да? Можно докторская грамм 200? А какая еще есть? Есть вот такая подвеска еще докторская, вот такая есть докторская. Нет, не пойдет по 322, даже если что подешевле можно для окрошки пойдет. Грамм 200. Не знаю, вы продавец. Скажи еще раз, 250 грамм купили? Да. Почем? 80 рублей 58 копеек. 58. Это все уйдет, да, на крошку? Да это вообще мало. Ну, мало даже. Угу. Так, погнали. Есть. Я возьму здесь еще. Ходи. Взял корзину, догоняю Ларису. Так, сметана тоже для окрошки? Сметану мы возьмем нежирную, по 26,90. Угу. Подешевле, 15%. Сами. Вообще я такую не люблю, я люблю пожирнее. Ну. Но так как мы сейчас именно для окрошки покупаем, что можно подешевле? Угу. Так, что еще надо? Нам еще надо 4 яйца. Так, вот решили взять 4 яйца. Каждое яйцо стоит 4 рубля. Так. 4 штучки по 4 рубля. 16 4... рублей. А, 16. Ну, яйца такие, надо вам сказать. Придется брать 5. Голубиные. А, 20 рублей кучка. 4 штучка, 20 рублей кучка, да? 5 так. Яиц. Угу. 5 яиц. Они раздаемые? Ну, как-то надо будем надо было 10 аккуратно. Взять, он там. Не будем мы 10 брать, мы для окрошки берем. А, я это могу, все для конечно, окрошки. Да. Все понятно. Так, что нам еще? Я окрошку буду, ты снимаешь? Да, да. Окрошку буду делать с минералкой. Значит, мне нужна минералка. Литровая, как Краченко. Ну, Краченко литровая не будет.
Это так. Карачинская, 21,60 стоит. 21,60. Вот. Считаете денежки? Берем. Ну, нам, мы чек возьмем. Лук зеленый, 100 грамм, 36,90 стоит. А мы бы взяли, если набор, то 26,90. Вот. Что, набор берешь? 26,90. Короче, лучок такой. Угу. Набор вот. А что в наборе? А в наборе у нас петрушка. Не, ну я петрушку не кладу. Значит, надо отдельно лук и укроп, что ли? Лук 36,90 и укроп 16,90. Картошка 45,10 килограмм. Это свежего урожая. Вот такие цены на овощи. В аграрном крае. Лариса стоит в очереди. Тут редисочка свежая, да? Ага, давай. Все, Даша, давай, давай. Вот эту вот можно? Давай. Вот, редиски. Так, итого можешь сказать, сколько потратили? Или пока еще нет? Нет. Потому что, ну, мне ладно. Нужно купить огурцы. Ладно, дальше ну, едем. Я не купила, потому что... За огурцами прибыли на базар. Привет! Привет, сынок! Здрасте. Вера! Не понравились огурцы? А? Ну, страшные же. Его никак выбрать не можем. Приличнее нету. Вот так вот. Горик. Здесь подешевле лучше? Да нет, так же. Что 78 рублей? А там почем? 79. 79? По-моему, 89, да? Потому что она через него капитет сильно. 30 рублей. Спасибо, спасибо. Все купили. Сейчас подробнее, конечно, о ценах мы позже расскажем, насколько у нас получится эта окрошечка, которую мы захотели. Ну вот, и сейчас мы едем домой. Да, едем, делаем окрошечку. Готовить. Жарища такая сегодня, и будем хавать. Вот, мы купили все продукты, что нам потребуется для окрошки. Вот он чек. Ну, и мы выписали, потому что мы же на базаре это покупали. Не все в магазине. В магазине было дороже. Что мы купили? Картофель на базаре за 20 рублей. Уже мытый. Ну, я сейчас помою, почищу и буду варить. 5 яиц мы показывали. Сметану, колбаску, лук за 20 рублей, огурцы за 30 и редиску за 30. Все, да? И карачинская. Карачинская у нас 21,60. Итого у нас получилась сумма 254 рубля. Но сейчас мы еще узнаем, сколько это будет порций. Сейчас мы приготовим и посчитаем. 254 рубля на сколько порций? Сейчас узнаем. Подожди секунду. А я тут смотрела видео, как люди выживают, например, там пишут «бомж обед за 30 рублей». Ну как я не могу так готовить? Еще не научилась. Надо учиться. Ну, есть если, к чему стремиться. Если только ничего не есть и... Отруби кушать. Не знаю. Будем готовить. Начала крошить окрошку. Колбаска пошла. Самый дорогой ингредиент в окрошке это вот эта вот колбаска. Скоро на ее золото будет. Да еще если она путня-то была, что это такое? Путня, да. Путня. Чтобы было путней, да. А то одна оболочка, да? Надо ее резать тоненько, неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Чтоб чувствовать.
это очень много колбаски. Да, популярные видео у нас. Бомж-обед за 30 рублей на ютубе. Скоро вся страна бомжами. Мы и так уже бомжи. Бомжи или нищие? Нищие. Это наши руководители стараются. Мы далеки от политики. Да, мы далеки. Если к вам... если вы не любите политику и не хотите, то она вас любит и к вам придет. Те 5 яиц, которые мы тщательно упаковали из магазина. Кстати, не разбили ни одно яйцо, это раз. А второе, хочу сказать, что они не свежие. Если яйца свежие... Чистятся хорошо, да? Их плохо чистить. А эти хорошо чистятся. Почистила, помыла яйца и крошу теперь. А картошка стоит, ароматом дымит. Остывает. Прошибает мужскую слезу, как в песне поет. Слушай, это за 260... 254 рубля. 254 рубля? Да. А, так это, смотри, сколько ее. Целый тазик, как обычно. Как мы любим. Тазиками. Помыла, промокнула бумажным полотенчиком. Я лук весь использую. Как-то картошка-то развалилась. Так-то целенькая. Она вон раз и распалась внутри. У нас, посмотрите, какая чашка окрошки получается. Бадья. Так, если в половину меньше купить. Нет, в половину не купишь меньше. Хотела сказать, можно бы было половину поделить. Вот, например, карачинскую. Как ее купишь? Мы можем посчитать, сколько стоит одна порция, в конце концов. Ну да. Или обед на двоих. А если мы сейчас сядем и все съедим, значит, это да, у нас так и стоит, значит, обед да. На двоих. Да, так и стоит. Вы как хотели. По чесноку надо все. О, смотрите, как. Я открыла ее, чтобы из нее газ вышел. А в принципе, я подумала, что будет дешево с этим, с караченкой. А дешево бы было просто с лимонкой. Я что-то забыла, что я иногда делала с лимонкой. Такая вот кастрюля. Так, сейчас я это буду пересыпать, потому что не размешать. Много получилось. Переоценила, думала, что будет меньше, да? Ну. Сейчас скажут, кастрюля грязная. Почему она грязная? Скажут так. Ой, у нас любят говорить без этого никак. И хочу сказать, что соль мы не учитывали. Ну, можно у соседей, если что, попросить. Да. Если у вас есть хорошие соседи. Посолим. Так. Давай. Вот так. А если бы мы купили квас, то было бы намного дороже. Ну, где-то 2 литра получилось, да? Больше. Окрошки. Ну, наверное. У меня сколько тут порций. Как бы нам сметанки было немаловато. Что-то как-то по-скромному я купила. Ну вот, бомж-обед готов. Ничего себе бомж-обед. Если разделить на порции. 3 бродяги можно накормить. Мешала.
Буду пробовать. Снимаю пробу. Очень вкусно, только посолить чуть-чуть надо. Ах, у меня слюнки текут. А еще, кстати, укроп-то мы не купили. Ну, дорого же было. Что, побежишь в огород? А, у тебя же есть. Попрошу. У тебя же есть в холодильничке. Да, у меня замороженный-то есть, но... Заморозила. Я представила, что я у соседей его попрошу. Ладно. Учитывать не будем, да? Да. А так бы сколько пучок стоился? Еще, по-моему, 18, что ли, рублей. Ну, так уже получается... 272. Замороженный укроп как раз остынет. Окрошечка. Сколько тут зелени, сколько тут всего. Вот, может быть, и я и некрасиво приготовила. Ну, мы просто хотели снять видео о том, как мы просто живем. Делимся с вами. Так у нас и называется лайф. Как мы живем. А сегодня мы живем вот так. Боженька нам послал сегодня окрошку. Промес. И кладем. Тебе со дна пожиже? Да-да. Так, одна порция. Ну, я пополнее. Хорошо, у меня порция хорошо. Так порция. Чего уж совсем. Вторая порция. О, вот эта порция. И еще на сколько осталось примерно? Ой, наверное, на две. Или на три. На три, скорее всего. Смотри. Тут 5 порций. 5 порций. 254 рубля. По 50 рублей тарелка. Отличная порция. Всем пока. Смотрите, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы всем рады. Всем пока-пока. До встречи. Пенится в тарелке окрошка. Где же ты?